руководитель этого прекрасного оркестра сегодня, который сопровождает наш вечер, оркестр, который очень долго готовился к сегодняшнему вечеру. Аранжировки всех пьес Раймонда Пауза, где написал Фифи Пустынь. Вот видео сейчас стоит и просто падает перед вами. Просто так на своем позолоченном саксофончике. Просто ты с ногами, с этим пустынь, да, не знал. Стоит и пустынь, и сейчас мимо у тебя же цветы лишь девушки дали. Цветы можно взять. Видите, девушки всегда любят саксофонистов. А если вы сейчас послушаете, как мимо пустынь играет на саксофоне, я думаю, что вы поймете его еще больше. Вы поймете, что действительно наш оркестр сегодняшнему вечеру готовится долго. Итак, Раймонд Пауз, аранжировка Тима Пустынника, соло на саксофоне и Фифи Пустынник.